Европарламент проголосовал за применение против Польши 7-й статьи Лиссабонского договора о Евросоюзе. В случае, если признают наличие явной угрозы европейским ценностям, Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС. Проблема, по мнению европейских парламентариев, в том, что польская партия «Закон и справедливость» внесла изменения в деятельность Конституционного суда страны и СМИ. Эта реформа вызвала критику Брюсселя. Евродепутаты призвали Варшаву обеспечить независимость судебной системы в стране, свободу собраний и право женщин. На первом этапе Совет ЕС должен вынести Польше официальное предупреждение, но дело может затянуться. Позвольте мне сказать, что вопрос, касающийся верховенства закона, не затрагивает только заинтересованную страну. Он влияет на всю конструкцию ЕС. И это основа, на которой вмешательство Европарламента является очень важным. Сейчас мы тщательно анализируем проекты новых законов в Польше и будем внимательно следить за изменениями. На предварительном этапе нашей оценки Еврокомиссия отмечает, что некоторые вопросы новых законопроектов уже могут вызывать серьезные проблемы.